Вопрос первый. Есть ли схожесть обучения нового франчайзи нормам и стандартам с внедрением привычек? И в стопках, почему нельзя требовать, а лучше вовлекать? Ну, если искать в этом схожесть, то я бы обратил внимание, наверное, на смыслы. То есть, когда мы говорим о внедрении привычек, очень важно понимать, что за ними стоит. Понимаем ли мы, для чего мы их внедряем, как это должно сказаться на нашей жизни, и не является ли это просто нечто привнесенным извне, услышанным по радио, на каналах в YouTube или мотивационных паблик. И когда мы внедряем привычки в виде смысла, это дается нам гораздо проще, и это повышает шанс того, что привычки останутся с нами дольше. Я думаю, что со стандартными нормами происходит примерно то же самое. Когда франчайзи видит и понимает, почему есть те или иные требования, как они связаны с общими принципами работы всей компании, то у него меньше желания сопротивляться, меньше сопротивления, меньше желания не подчиняться, и ему гораздо проще дается соблюдение этих стандартов. То есть, на мой взгляд, тут все и в первом, и во втором случае уходит в понимание смыслов. Потому что, опять-таки, если нас просто заставляют внедрять привычку, не знаю, пить воду, а мы при этом не чувствуем ни пользы, ни испытываем понимания, зачем это нужно, вряд ли это будет с нами надолго. И тем более здесь такой вмешивается фактор, как внешняя мотивация, то есть отчасти, например, принуждение. Да, внешняя мотивация может работать, человек может следовать стандартам, если мы этого требуем, если у нас есть на него рычаги влияния. Но проблема в том, что как только внешняя мотивация закончится или прервется, если контролирующие органы отвернутся на минутку, то нужное вот это целевое поведение тут же закончится. Ну, по крайней мере, в том случае, если у человека помимо внешней мотивации нет, да, нет понимания, зачем это делать. Вопрос номер два. Должен ли владелец сети обладать полезными привычками? Вопрос, какими? Да не знаю, не факт, что нужны какие-то полезные привычки, то есть здесь, опять, мне кажется, речь не о них, скорее, наверное, о образе и философии жизни. То есть я бы сказал, что очень важно, чтобы человек, который создает и развивает сеть, он был, во-первых, носителем идеи, потому что без идеи ничего большого не построить, а во-вторых, помимо того, что он должен быть носителем, он должен этой идеей жить, то есть этой идеей должна быть пропитана его жизнь, да, и вы в качестве примера привели, например, Baby Club, да, или там I Love Running. Очевидно, что если создатель, например, Максим Журило, сам не является спортсменом, сам не придерживается этого образа жизни, не участвует в марафонах, не, там, не катается на велосипеде, не заряжает этим других людей, то никоим образом ему успешную сеть, успешный бизнес в этой сфере не построить. Аналогично Baby Club, да, если человек сам не обладает, не имеет детей, если он сам не обладает навыками общения с ними, не умеет строить общение с ними, не умеет выстраивать отношения с ними, не умеет получать удовольствие от взаимодействия с детьми, то о какой сети Baby Club может идти речь? Поэтому здесь, наверное, речь должна идти не о привычках, скорее в целом о образе жизни, о каких-то ценностях, идеях, которые человек несет через действие, через свою жизнь. На что бы вы обратили внимание при покупке франшизы для себя? Если брать сходу какие-то моменты, я бы, наверное, в первую очередь залез в какой-нибудь Яндекс, посмотрел бы отзывы на деятельность, на бизнес и франчайзи, оценил бы сайт, насколько он сделан грамотно с точки зрения интернет-маркетинга, и следующее бы, что я сделал, наверное, бы поехал, просто посетил заведение в своем городе или в соседних городах, которыми управляют франчайзи, и пообщался бы с ними напрямую. Ну и, конечно же, еще один фактор – это личность, опять-таки, самого человека, то есть насколько я разделяю ценности создателей бизнеса.
Четвертый вопрос. После того, как вы посмотрели 27 критериев, изменилось ли представление о том, как выбирать франшизу и на что обращать внимание? Так, смотрю. Это там динамик развития компании. Ну, здесь есть два варианта ответа, две части ответа. Так как рациональный человек, мне, конечно, хочется сказать, что да, вот теперь я знаю все эти критерии, которые нужно оценивать и по которым нужно принимать решения. Но, к сожалению, я также знаю, что люди не являются рациональными по своей природе, что в конечном счете они принимают всегда решения на эмоциях. И все эти критерии, которые перечислены, они, безусловно, важны. Но я уверен, что в конечном счете я и другие люди будут ориентироваться не на них, да, а скорее на какое-то на впечатление, на эмоциональное отношение, опять-таки, к владельцу бизнеса, к образу, которому он создал. Поэтому, безусловно, я согласен с тем, что очень важно подходить с умом, с анализом, с цифрами к такому важному шагу, как открытие бизнеса по франшизе. Но при этом я также понимаю, что большинство людей, и, возможно, я тоже отнесусь к их числу, в конечном счете будут принимать решения, основанные на эмоциях. Ну и наука здесь, к сожалению или к счастью, целиком на моей стороне. То есть всегда решение – это прежде всего эмоции, даже если мы с этим пытаемся спорить, даже если мы этого не осознаем. Вопрос пятый. Как часто человек задумывается об открытии своего дела? Может ли человек быть успешным, работая не на себя? Ну, по поводу, как часто человек задумывается, да, я не могу отвечать за других людей, могу ответить только за себя. И, ну, на самом деле, я последнее время сам думаю, это скорее такие разовые, в какой-то степени импульсивные мысли о том, чтобы открыть какой-то, как говорят, бизнес для души небольшой, да, там, не знаю, что-то вроде парикмахерского, словно. Потому что я понимаю, что очень важно, вдохновляюще и приятно видеть отражение своего труда в реальном мире. И поскольку у меня проект виртуальный, поскольку я занимаюсь обучением, я не могу пощупать, я не могу потрогать результаты своей работы. Это немножко другие ощущения, в общем. Поэтому иногда у меня проскакивают такие мысли, но я им не то чтобы не поддаюсь, я их не прогоняю тоже, просто не ведусь на них, потому что я знаю, что то, чем я занимаюсь, это область моей компетенции, и я могу гораздо больше принести пользу в этой области, чем занимаясь той же парикмахерской или открывая пекарню, например. Может ли человек быть успешным, работая не на себя? Если короткий ответ, то, безусловно, может. Более того, я считаю, что бизнес очень часто, наоборот, нас уводит не в ту сторону. А если отвечать длинно, то тут, конечно, нужно сначала разбираться, что такое успех. Потому что если брать успех в каком-то вот таком потребительско-общественном понимании, когда ты должен зарабатывать много денег, должен ездить на большой дорогой машине, жить в центре Москвы, то я просто не считаю это успехом. Или, вернее, я считаю, что этот успех обычно не оправдывает всех тех сил, всех затрат энергии и времени, которые мы на него тратим. Поэтому в моей картине мира успешность определяется совсем другим. Прежде всего, это понимание того, что влияет на твое самоощущение, на твое ощущение счастья, и также осознание того, что деньги, машины и квартиры, они приносят пользу и ощущение счастья лишь до какого-то момента. Это не значит, что нужно быть отшельником, это не значит, что нужно жить в келье или в пещере. Просто я не считаю, что стоит вокруг этого выстраивать свою жизнь.
В общем, ответ, точнее, вопрос такой очень немножко, с одной стороны, абстрактный, с другой стороны, широкий. Поэтому я думаю, что на этом закончу. Насколько важна человечность в общении? Реально ли купить франшизу, общаясь с чат-ботом или с человеком, который использует скрипты в продажах? Опять меня немножко смущает постановка вопроса, но реально или нет, наверное, реально. Да? Я бы, конечно, так не стал делать, то есть я бы не стал, безусловно, ограничиваться чат-ботом, потому что проблема чат-ботов, по крайней мере, на текущий момент, что они отлично отвечают на общие вопросы, но у каждого человека есть какие-то частные, индивидуальные вопросы, и с ними пока что, по крайней мере, чат-боты не очень хорошо справляются. Но, тем не менее, если чат-бот грамотный, если он быстро тебя понимает и помогает тебе быстро ориентироваться в ситуации, то, по крайней мере, на первом этапе почему бы с ним не пообщаться. Потом, безусловно, я бы все равно пошел общаться с действующими франчайзи, пошел бы общаться уже с управляющей компанией. То есть не стал бы ограничиваться исключительно общением с чат-ботом. А по поводу человека, который использует скрипты в продажах, ну, мне кажется, сейчас все уже используют скрипты в продажах, поэтому наивно, по крайней мере, все, кто научился наивно рассчитывать, что кто-то не будет использовать скрипты в продажах, то есть не будет делать что-то, что, по его мнению, увеличит шансы на успех в переговорах. Поэтому здесь речь, опять-таки, не о скриптах, а о том, насколько человек понимает свое дело, насколько он грамотно использует эти скрипты, а не занимается просто повторением. Поэтому с этой точки зрения человечность, конечно, важна. Как я отношусь, вопрос седьмой, к некоммерческим рейтингам? Доверяю ли я им? Ну, боюсь, я этот вопрос вообще оставлю без ответа, потому что я, в принципе, не могу вспомнить, чтобы я пользовался какими-то некоммерческими рейтингами в последнее время. Поэтому вопрос доверия или недоверия здесь не стоит. Восьмой вопрос. Первая франшиза, которая приходит в голову. Личный топ-5. Ну, наверное, это два разных вопроса. В первую очередь, конечно, мне в голову приходят самые крупные франшизы, типа, может быть, Subway, всех этих компаний из области общепита, Макдональдса и так далее. А во вторую очередь вспоминаются какие-то бизнесы и франшизы, которые на слуху в моем, по крайней мере, инфополе. Пусть они могут быть не самыми там надежными или там прибыльными, то есть тут же сразу всплывает Coffee Like и все остальные лайки. Всплывает так или иначе, например, франшиза «Воображули», парикмахерская детская, просто потому что я не так давно про нее читал. Наверное, вот эти вот вещи в первую очередь. И плюс какие-то франшизы из развлекательного сектора, например, франшиза «Пеструмов», франшиза «Пестори» или «Пестайма», просто потому что я некоторое время варился в этой сфере. Личный топ-5, пожалуй, тоже воздержусь от ответа на этот вопрос, потому что такой список я не составлял. Надо задавать вопросы потенциальному партнеру, пропорционные вопросы из серии «А почему вы думаете, что у вас получится, если у вас деньги и опыт? Уместно ли это или нет?» Я так понимаю, что речь идет о задавании вопроса франчайзи со стороны, да, представителя управляющей компании. Ну, все зависит от цели, конечно же. К чему мы хотим прийти в итоге? Если мы хотим развить большую сеть побыстрее, продавая франшизы всем подряд и не заботясь, по крайней мере, в ближайшее время о каком-то качестве или надежности, или успехах самого франчайзи, то задавать вопросы такие, наверное, будет нецелесообразно, потому что они могут отпугнуть, и, наоборот, нужно всем рассказывать, что все у всех получится. Если же мы идем по другому пути, когда мы очень тщательно подходим к выбору своих партнеров и заинтересованы в их успехе, то в этом случае уже задавать такие вопросы становится не только уместно, а это становится просто необходимым.
Ну и очевидно, что если человека можно отговорить от создания бизнеса, то лучше его, конечно, отговорить. Потому что, на мой взгляд, это примерно та же самая ситуация, как с написанием книг. Да, я не помню чьи-то слова, но кто-то из умных говорил, что если ты можешь не писать там, книгу или просто не писать, то лучше не пиши. То же самое с бизнесом. Если можешь не делать бизнес, то лучше займись чем-то другим. Почему люди стесняются задавать вопросы владельцу франшизы? Опять мне трудно отвечать на этот вопрос, потому что здесь подразумевается, что кто-то стесняется. Я не знаю, стесняются ли люди или не стесняются. Но если уж отвечать на вопрос в такой постановке, то, видимо, они стесняются, потому что боятся показать свою некомпетентность. Потому что так или иначе в основе психологии каждого человека лежит эго, лежит чувство собственной важности. И человек не хочет вызывать на себя какую-то ответную агрессию или не хочет показать себя или невоспитанным, или некомпетентным в каких-то вопросах. Или, возможно, люди просто не знают, что такое провокационные вопросы и какие провокационные вопросы следовало бы им задавать. А потому что очевидно, что если человек только-только сталкивается с вопросом бизнеса, да, я так понимаю, что список вопросов обращен именно на таких людей, то зачастую человек просто не знает, на какие параметры следует обращать внимание, и тут как раз этот список, чек-лист, который мы обсуждали, 27 критериев, тут, конечно, могут прийти на помощь и хотя бы сориентировать человека, дать ему понять, о чем же следует спрашивать.